Сегодня я готовлю супешник. Там зажарочка, там рис, тут картошка, там зелень. Будет зеленый супешник в Хабхальском ущелье. Реки Лузень на речной воде. Сейчас 18 января, а там уже солнышко будет проглядываться с той стороны моря. Да, уже море вон там видно. А на горе тучки. Те, которые меня накрыли с водой, с дождиком 2 дня. Ну, сегодня вроде как просветлело. Высыхает все. И супешник готовится. Всем привет.